Привет всем! С вами Пятница 7 и мы, Ольга и Андрей. В этом выпуске мы сделаем демонтаж радиаторов, а в следующих выпусках поменяем местами стальные и алюминиевые радиаторы. Потом разделим алюминиевый радиатор и вместо потекшего стального поставим часть алюминиевого радиатора. Первым делом мы сливаем воду с системы отопления. Все, давление сбросили и идем снимать радиаторы. Откручиваем нижнюю пробку радиатора, чтобы слить с него воду. Отпускаем гайку американки для быстрого слива воды, периодически затягивая и отпуская ее. Да, осадочек. Ну, за сколько лет можешь собрать? Откручиваем нижнюю подводку трубы к радиатору, чтобы снять его. После того, как сняли радиатор, наклоняем его, чтобы слить оставшуюся в нем воду. После чего закручиваем заглушку на место. Снимаем облицовку радиатора, чтобы помыть его. Вот это просто снимается, а это вот, смотри, она вот защелкивается сюда. Только надо немножко отогнуть, зацепиться. Вот так вот раз. И все. Ну это как чехол получается. Угу. Сейчас как раз радиатор почистится. И аналогичным образом делаем с остальными радиаторами. На фоне наша главная помощница. Она очень эмоциональная. В данном случае нужно слить воду, также с трубы через американку, так как мы будем обрезать и перепаивать ее. Еще. Сейчас еще будет. Так, ладно, сейчас пока накину. Да, с той стороны накручу. Что это с радиатором? Ну, потек. Где-то дырка. Там мы его будем разбирать. Нет, мы его убирать, выкидывать будем. Ага. Да, наклонит, чтобы водичка стекла. Теперь с потекшего радиатора выкрутим кран Маевского, заглушку и американки. Вот, крутите. А-а-а. Ой, а мы же открутили. Чик нужен. Надеюсь, надеюсь. Все, пока все, давай прикроем его. А это вот, давай, сейчас покажу, что надо будет делать. Его вставляем сюда. Вот, вон, смотри, видишь? Смотри. Смотри, дальше. Давай, вниз дави, дави сюда. Вот так. А, там у нас так он уже выкрутился. Давай, ключ. Вниз давим. Давай. Опа! Опа! Ура! Молодец! Ура! Вот
вытаскиваем пластиковые дюбеля для креплений радиаторов. Примеряем стальной радиатор. Ставьте лайк и делитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь для получения следующих выпусков. С вами были Ольга и Андрей. Спасибо всем. Пятница 7.